День третий. Вчера на моей точке прибыл паренек, Максим зовут. Показывал ему, как ловить на джиг, чё. В эти выходные он с берега там пулял. Он на дамбе там с пареньками кентуется. Вот, половили с ними, поболтали. Я там 10 кг поймал. Вот, потом они уплыли. Видимо, на дамбе трепанули, что здесь судак. Приплыли на ихние же лодки другие пацаны и 3 раза прошли плавом по моему месту. 3 раза плавом прошли. Поставили сети поперек старицы и начали ходить плавом. То есть и сети ставили, еще и плавом ходили. Желания выплывать у меня вообще никакого нет. Вчера работал Мухин, старший инспектор Рязанской области. Он даже здесь был в засаде, сидел. Ездил на УАЗике, тут по берегу гонялся. У меня складывается четкое впечатление, что он ловит только бомжей и стариков, которые пытаются тут где-то сетку воткнуть. А реально те люди, которые плавом ходит, наносят конкретный урон, работают конкретно в его смену на реке. Так-то. Думайте сами, кто главный враг тут на реке у рыбы. Дедушка с 2 сетями или эти ребята во главе с инспекторами. Поэтому делать не знаю. Сети мне чужие, он запрещает снимать и рвать. Наводит на мысль. То есть за них с него потом спрашивает. Вот такая фигня. Ладно. Похоже, мечта сбывается. Поеду выгружу в деревню рыбу в холодильник и на вход старец поеду. Там судаки крупнее. Операция коры. Валим в другое место, надо рыбу, вода прибыла. На корыте плыть за ней. Блин. Красоты здесь, конечно, есенинские. Это просто что-то. Вон та церквушка, про которую я говорил. Такие красоты. Как здесь можно плавом ходить, а? Товар, деньги, товар. Ну откуда эти барыги берутся, а? Всю жизнь положил, чтобы бороться с ними и душить, а их все больше и больше. МЧСники, рыбинспекторы, охотоведы. Вчера здесь все это ужас какой-то. Все за добычей, не за браконьерами. Саныч, победим мы зло мировое или нас застрелят в неравной схватке, или мы опять сядем за то, что сильно кого-нибудь из них сломаем, а? Саныч, кто сыт, тот гибнет. Вот было бы вчера из чего, я бы этих ребят тут план, который
железный. Охранники. С дамбы Кузьминский гидроузел. Черт. Так, рыба. Поехали к Алексеевне. В морозилку. На лима не бейте. Щуки. Ух ты. Да, полметрика-то прибыло. Ой, какая вода теплая. Аж жгет. Прямо горячая. Как бы мне не уехать на щуках на середину оки. Вот они. Все-таки судак самый красивый натюрморт. Да, Ванька? Так, ребята. Не пачкаемся. Пришло время вам умирать. Засыпать, как говорил мой дед. Рыбу не убиваем, она засыпает. Ну че? Грамм 15. Да еще 2/3 тазика добивать. И можно домой валить. Так, чтобы не поубить. Прижать. Вот так и славненько. Саня, откач, ну какой прицеп? Смотри, сколько места пустого. Куда еще прицеп? Все барахло и так. Поехали искать крупного судака. Здесь гомосексуалистов слишком много. Не отпускает старица меня. Сейчас попробуем снять маленькую кинозарисовку, как передает удар по клевке спиннинг. Видно? Щука. Сейчас первого заброса на включенную камеру. Ванька будет ругаться опять про то, как звучит плетенка в спиннинге. Стингер самонаводящийся, да? С камерой. Сейчас на бугре сразу клюнет. Что, в яму? Блин. Подбагрил кого-то. Поклевку снять. Мелкий собака. Мелкий судачок. Субтитры сделал DimaTorzok.